Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 449. Докажите, что данное число не является простым. Давайте вспомним определение простого числа. Натуральное число называется простым, если оно имеет только два делителя – один и самого себя. Значит, чтобы доказать, что число не является простым, надо показать, что данное число имеет еще хотя бы один делитель, кроме единицы и самого этого числа. Давайте это покажем. Итак, число 25. Кроме того, что оно делится на 1 и на 25, оно делится еще на 5. Так как 25 – это произведение двух чисел 5 умножить на 5. То есть число 5 является делителем данного числа. Значит, это число уже непростое. Мы нашли третий делитель. 38. Например, делителем этого числа, кроме 1 и самого числа 38, является число 2. 2 умножить на 19 будет 38. И 19 тоже является делителем этого числа. То есть это число непростое. Оно имеет еще делители, кроме единицы и самого числа, то есть числа 38. В 49 имеет делителем число 7. 49 – это 7 умножить на 7. Мы нашли еще делитель, отличный от единицы, 49. Г 57 имеет, например, делителем число 3. 3 умножить на 19 будет 57. Д 84 имеет своим делителем, кроме числа 1 и 84, еще, например, число 2. 2 умножить на 42 будет 84. И Е 99, кроме единицы и числа 99, число 99 имеет делителем, например, еще число 3. 3 умножить на 33 будет 99. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.